Доброе утро, друзья! Это ежедневная развлекательная программа «Наше утро». Мы выходим в эфир, несмотря на то, что в России идет 29-й день изоляции. Вот наша редакция. Здесь совершенно никого нет. Сейчас покажу, откуда мы ведем свое вещание. Кстати, на календаре 27 апреля, понедельник. А вот и наша любимая студия. И вот отсюда, оп, идет наше вещание. Вот журналисты все в сборе. Привет, друзья! Доброе утро! Так, ну что, давайте, как мы репетировали. Делай раз, делай два, делай три. Отлично! А теперь я расскажу, что будет сегодня в нашей программе. Молодцы! 5 баллов всем. Александр Сунеев отжал рубрику у шеф-редактора, и теперь он решил рассказать, какие новости творятся в мире. Илья Курлучан пробежится по аккаунтам северян и известных личностей, расскажет, чем развлекаются люди во время изоляции. Диана Бабаева выберет самые полезные идеи, которые помогут не заскучать в домашних условиях. А также сегодня к нам присоединится представитель коренного народа Севера. По случайности моя однофамилица Полина Герасимова. Вот об этом мы сегодня и будем говорить. Пока во всех остальных регионах начинается весна, Мурманскую область укутывает снег. Юля, расскажи, когда начнется у нас весна, или об этом лучше вообще не думать? Выбираю второй вариант. Предпочитаю об этом не думать. И чтобы как-то сглазить вот это томление в ожидании весны, предлагаю обратиться к архивам прошлого века и вспомнить необычные природные явления, которые были как раз-таки в 20 веке. Итак, лето в Австрии 1981 года было не настолько холодным и дождливым, что за 2 месяца, май и июнь, было всего 3 солнечных дня, а осадков выпала годовая норма. Вы можете себе это представить? В 1983 году буйство стихии испытали на себе жители Португалии. Май выдался удивительно снежным. Как бы Португалия и снег, да, вы можете представить, где это. На севере страны слой выпавшего снега достиг 4 метров. И я, честно, не представляю себе, как это может выглядеть там. А 1985 год называют годом сумасшедшей погоды, так как погодные аномалии опровергли все прогнозы метеослужб. Вот, например, май в Югославии. Люди загорали, а где-то там неподалеку машины убирали снег с дороги. Так что, чую, весна у нас будет именно такой. В нынешнее время все меняется, и это уже никого не удивляет. Вот, например, раньше у нас в программе о новостях рассказывала Лиана. Сегодня это захотел сделать Саша. И так как все не против, а все, соответственно, не против, Саша, тебе слово. Итак, несколько новостей специально для вас. В Санкт-Петербурге стали выдавать книги на лопате. Первопроходцем стал книжный магазин «Фаренгейт 451». Все это сделано ради того, чтобы снизить вероятность заражения коронавирусом. Как отметил владелец книжного магазина Платон Романов, покупателю книга передается на лопате через окно, и таким образом исключается возможность контакта с работником. А я ведь помню еще времена, когда на лопате выдавали блины, а не книги. Новость номер 2. В одном из латвийских городков полиция возбудила административное дело из-за несоблюдения дистанции. Соль вся в том, что дистанция при этом не соблюдалась во время драки. Личности участников уже установлены, дистанцию не соблюдало как минимум 5 хулиганов. Дополнительным нарушителям режима обвиняют еще и в мелком хулиганстве. И новость, очень необычная новость номер 3. На другом конце Земли, в Австралии, девушка по имени Эмбер внезапно родила.
в прямом смысле слова, внезапно. 18-летнюю австралийку затошнило, она пошла в душ, и тут бац, случился сюрприз. Хорошо, что рядом оказался ее парень, а может быть и уже муж. В общем, он принял роды, а сама Эмбер прямо уверяет всех, что даже не подозревала о своей беременности. «У меня немного просто вырос животик перед этим, но я просто подумала, что сильно покушала», — заявила молодая мама. Мне показалось, что Лиана немножко загрустила, да, Лиан? Слушай, не грусти, сыграй нам имперский марш, что ли, на губной гармошке. Легко. Круто! Что-то ты маловато. Была близка к другому маршу. Буквально один шаг отделял тебя. Начало было очень такое тонкое. Круто, круто. Ну что ж, а мы продолжаем программу «Наше утро», и у меня вопрос. Юля, скажи, пожалуйста, а вот за сколько занятий ты могла бы посадить Илюху на шпагат? За 365. Умноженных на 2. То есть тебе понадобился бы год, да? Как минимум, да. Судя по всему. Вообще 2, да, не меньше. Илюха, тогда вопрос к тебе. За сколько ты занятий смог бы научить Юлю играть в доту? Да, научить играть в доту — это дело не хитрое. Там одного-двух занятий хватило бы. А вот всей душой полюбить эту игру и быть готовым посвятить ей всю свою жизнь и все время — это уже другое. Понятно. Вот и изолируйтесь вместе и учитесь этому всему. На шпагате. Сидя на шпагате, играйте в доту. Жан-Клод Ван Дам на двух стульях. Это готово к этому, да? Точно? Хотелось бы посмотреть на это. Ну ладно, я все это спрашивал к тому, что благодаря проекту телекомпании ТВ-21 «Продленка на удаленке» вы сможете обучаться чему-то новому и очень быстро. Все подробности у нас в группе в официальной. А пока я расскажу, что будет далее в нашей программе. В рубрике «Сетяжка» Илья Курлучан поведает о самых креативных жителей нашей области и мира. В рубрике «Полезняшка» Диана Бабаева расскажет о том, как не затухнуть на самоизоляции. Лиана Мхитарян запускает ежегодную рубрику «Мастера». В ней мы знакомимся с людьми, работающими на производстве. А еще с нами на связь выйдет жительница Мурманской области, представительница народа Саами. Не пропустите! Итак, ну что же, мы продолжаем. Я всегда считал, что соцсети придумали люди, чтобы завидовать, глядя на других. Хотя некоторые это называют учебой. Илья, расскажи, кому бы нам позавидовать или у кого поучиться можно? Как понять, какое количество соседей из ближайших домов не соблюдают изоляцию? Все просто. Мурманская область это сделала с помощью снега. Если в вашем дворе появилось большое количество снеговиков, значит, ваши соседи не сильно стремятся сидеть дома. Лично я для себя придумал такую систему измерения. От 0 до 3 снеговиков – это хороший уровень самоизоляции, от 3 до 6 – умеренный, и свыше 6 лучше не соваться на улицу. Лично у меня во дворе снеговиков 5, а значит, надо быть начеку. Пока одни устанавливают снежных стражей, кто-то стремится поставить новые спортивные рекорды. В их числе северянин Леон Мирошник. Он обновил рекорд России в упражнении «Камень Атласа». Его новый рекорд – каменный шар весом 185 килограмм. Давай, хорошо. Толкаем. Ничто не мешает творить человеку искусство. Вот, например, Алексей Гоман выпустил песню «Девушка-картина». Не рекомендуется к прослушиванию, если вы остались на самоизоляции одни. Может опечалить и усугубить одиночество. Разливаясь яркой краской, в очертании линий сложных,
я тебя вдруг понимаю. Ты казалась невозможна, я тобой так очарован. Никакого сожаления, все, что до тебя не помню. Это был красивая девушка, рисует красивые картины. Рожденная на фильмах Тарантино, опасная и ласковая. Спасибо большое, Илья. Я понимаю, что у нас сегодня выпуски все удивляют чем-то, и поэтому будем продолжать в том же духе. Юля, если попрошу тебя рассказать, у кого сегодня день рождения, ты сможешь нас удивить? Ну, конечно. Это первый человек. Его знал в лицо каждый любитель советской комедии. Герой фильмов «Операция Ы» и другие приключения Шурика, «Три толстяка», «Бравые парни». Дайте жалобную книгу! 75 лет исполняется со дня рождения известного советского актера Евгения Моргунова. Я думаю, что все его помнят, любят и знают. Еще бы! И второй человек, 229 лет тому назад родился великий американский изобретатель Сэмюэль Морзе. Именно он создал азбуку, которая состоит из комбинаций точек и тире. Удивило? Он праздновать будет, интересно. Два коротких, один длинный. Наоборот. Два длинных и два коротких. Ладно, продолжаем. Переходим, как говорится, от слов к практике. Если кого-то удивляет то, что мы переходим от слов к практике, то все вопросы предлагаю задать Диане. Хотя прежде чем задавать вопросы, послушайте, что она предлагает. Диана, есть что предложить? Конечно, есть. Вот, ребят, все мы сейчас сидим по домам, но, к сожалению, даже в собственной уютной квартирке нам не скрыться от стресса. От коронавируса можно, а вот от стресса нет. Вот именно поэтому я решила рассказать, как быстро справиться с нервами, расслабиться и крепко спать по ночам. Начнем, пожалуй, с дыхательной гимнастики. Есть одно очень простое упражнение, называется 4-7-8. Делать его можно где угодно, дома, на работе и даже во время прогулки с собакой. Все очень просто. На 4 счета делайте глубокий вдох, задерживайте дыхание на 7 секунд, а на 8 плавно выдыхаете. Чтобы это сработало, повторять алгоритм нужно не менее 10 раз. Есть еще одно отличное упражнение, которое рекомендуют психологи, и лично я практикую уже много-много лет. Называется «Да и черт с ним!» Нахамили в магазине, «Да и черт с ним!» Коллеги в Зуме посмеялись над вашей прической, «Да и черт с ним!» В интернете в очередной раз кто-то не прав, «Да и черт с ним!» Запомните эти простые слова и повторяйте по мере необходимости вслух или про себя. Всегда очень помогает и положительно влияет на вашу самооценку в том числе. Ой, наверное, я какой-то плохой. Ой, наверное, я поступил не так. Блин, а я так мало зарабатываю. Блин, а вот этого у меня не получилось. И этого тоже. И это я не сделал. Как правило, такие мысли не являются нашими мыслями. Это мысли других людей, которые мы принимаем за свои. Ну, а после того, как выпустили пар, можно приготовить расслабляющий ароматный напиток антистресс. Для этого понадобится 2 граната. Первым делом зерна отделяем в миску, добавляем сахар, примерно 2 столовые ложки с горкой. Затем берем толкучку, или как она называется, толкашку. И давим все это. Вот это я знаю. Давим все это до образования сока. Вот, затем переливаем в банку и храним в холодильнике. Ну, а когда понадобится расслабиться, достаем, добавляем 2 столовые ложки вот этой гранатовой смеси в чашку, заливаем кипятком и наслаждается. Спасибо, спасибо большое. А мы продолжаем нашу программу. Доброе утро всем, кто только что к нам присоединился. Лиана, покажи, пожалуйста, как заарканить оленя. Легко, одного красавца из Оленегорска я уже заарканила, вот так. И вот он уже тут. Что-то его там нет. Иди сюда.
Астронаби спросить. А, Диана, а каким способом найти в стадии оленя вожака? Ну, я думаю, вожак обязательно себя проявит, если подойти к самочкам с детьми. Только нужно иметь в виду, что он, скорее всего, попытается проткнуть вас своими ветвистыми рогами. И вот здесь уже четко нужно знать ответ на вопрос, как убежать от вожака с стада оленей. Понятно, понятно. Идем дальше. Саня, скажи, а как по-саамски с добрым утром? Борайлитус! Да ты мне такие вопросы задаешь, я знаю. Не знаешь, что ли? Ладно. Сегодня у нас на связи представитель коренного народа. Сегодня у нас на связи представитель коренного народа Севера, член саамской общины, тот, кто без труда сможет ответить на вопросы, на которые мои коллеги, к сожалению, ответов не дали. А еще она моя однофамилица, Полина Герасимова. Полина подключается. Да. Полина, доброе утро. Полина. Доброе утро. Сразу вопрос. Научи нас говорить по-саамски с добрым утром. Нет. Мы скажем по-саамски тир. Здравствуйте. Тир. 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 Привет. Полиночка, вы там на природе, такое солнышко, хоть и снежно. Проведите нам, пожалуйста, экскурсию по двору, по вашим угодьям. Давай, сейчас, одну минуточку. Давай, поднимайся. У нас столько снега, что просто тяжело передвигаться даже. Но мы сейчас возьмем ягель. Он основной источник питания для оленей. И, конечно же, знакомиться будем, угощая их. Дочь, вставай. Мы даже шапку потеряли в сугробе. Нет, не потеряли? Шапка. Давай. Шапка-бабабка. Давай. Для ребенка быть дома – огромное счастье, да, дочь? Пойдем. Я не хочу пойти. Ну, мы сейчас заходим с вами в загончик к оленям. Вот они уже нас ждут. Осталось только пробраться через снежные дебри. Видно вам? Да, все видно. Ух ты! Вот это у нас аппетита! Это девочки, они сейчас живут отдельно от самцов, так как весна, это период у оленей называется отёл, то есть время, когда мы готовимся стать мамочками. Вот тут у меня девочка, ее зовут Маня. Рядом ее дочечка, ее зовут Чара. Кстати, Чар по-саамски переводится как тундра. Мы специально дали ей такое имя, подчеркнуть. Иди сюда, Чара. Они очень любят ягель. Полин, а вот для самов же олени особенные животные. Мне вот интересно, а как вы даете им имена? Честно, очень спонтанно. Но мы выбирали только для Чары, хотели, да, подчеркнуть именно саамское имя. Но у нас в загончике еще живет вот беленькая, видно? Ее зовут Эльза. Конечно, мультик «Холодное сердце», он очень популярен и в нашей семье. И, кстати, есть информация, что это именно по саамской истории снято. То есть у них имена, да, используются такие. Сейчас я вам еще покажу про этот мультик. У нас есть Свен. Вот они, сапусты. Мальчик по имени Свен. Но остальные имена, честно, они приходили, скажем так, по ходу знакомства, чтобы было удобно в загоне общаться. Не вижу, сейчас у меня еще есть малыш, мы его назвали сначала Элвис, но теперь он у нас красавчик, потому что звать оленя Элвис очень тяжело. Здесь нужно быструю команду давать. А, у меня вопрос есть, Полина. Несмотря на то, что вы сейчас у нас в Зуме написаны как Харыбина, я знаю, что у вас фамилия Герасимова. И у нашего ведущего Вани тоже фамилия Герасимов. Он на треть узбек, а вы потомок саами. Вы родственники или что это? Или как?
Не, ну Герасимов очень популярная фамилия, мы не родственники. Но вообще, да, это самская фамилия, и в нашем поселке Лопаська, она считается местом компактного проживания народа Сами, это одна из популярнейших фамилий. Спасибо вам большое. Не за что. Так, пропадает связь. Спасибо, Глю, большое, что вы были сегодня. Спасибо, что рассказали о ваших чудных питомцах. Спасибо. Спасибо большое, хорошего дня. Спасибо, пока-пока. Юля, кстати, что у нас там с валютами? Ой, с валютой все очень интересно. Расскажу вам несколько идей, куда потратить денежки. Итак, первое. Закройте кредиты. Если у вас появились свободные деньги, сделайте это сразу же, не откладывайте. Второе. Вложите деньги в свое здоровье. Хватит уже терпеть эту зубную боль или пытаться разглядеть что-то уже через потертые там очки, которым там лет 10-15. Появились свободные деньги, запишитесь к хорошему специалисту, сдайте анализы и купите уже очки нормальные. Да нормальные очки, отстань. И третья идея – инвестируйте и приумножайте свой капитал. Изучите, что такое инвестиция и какие финансовые инструменты приносят прибыль. Я желаю удачи и сама возьму кое-что на вооружение. Сейчас настало время для ежегодной рубрики «Мастера». В ней мы рассказываем о людях, которые трудятся на производстве в польской горно-металлургической компании. И эта задача легла на нашего шеф-редактора. Героиня проекта «Мастера» сегодня – это очень разносторонний, активный человек, который себя ярко проявляет и на производстве, на работе, и в свободное время в различных проектах, и в спорте, и в волонтерстве. Ее зовут Светлана Михайленко. Уже 25 лет день за днем Светлана Михайленко трудится в электропечном отделении рафинировочного цеха Кольской ГМК. Здесь загружают печи сырьем и плавят металл, а машинист работает на кране, перемещает грузы, помогая стропольщикам. По инструкции мы должны знать полностью устройство крана, и каждую смену мы его должны осматривать, проверять и так далее. Конечно, поднимаешься, смотришь, то есть валы, редукторы, двигатели, это нам все знакомо. В чем мне нравится моя профессия, это то, что от меня зависит, насколько внизу человеку будет легко или тяжело работать. Опыт дает свое, не знаю. Я считаю, что я работаю хорошо, и мне никогда не предъявляли претензий. Все со мной любят работать, стропольщики, и хотят. Светлана Анатольевна находится в самом центре корпоративной жизни. Она физорг женской команды рафинировочного цеха. Девушки участвуют в спартакиаде компании по разным видам спорта. Волейбол, лыжи, коньки, легкая атлетика, дартс, настольный теннис, плавание и горные лыжи. Вот для себя, конечно, понятно, спорт – это хорошо, но даже вот лично я в большей степени это делаю для ребенка, то, что он видит, что я не сижу дома за компьютером, а занимаюсь спортом. И он всегда приходит, когда соревнования, он всегда приходит, болеет, как болельщик, и радуется, и кричит: «Рав цех, чемпион!» Также Светлана участвует в эко-марафоне «Понеслось». Это часть программы корпоративного волонтерства «Нурникеля» «Комбинат добра». В этом году марафон стартует 5 июня. Запланированы экологичные игры, школа блогера, интеллектуальные мастерские современного волонтера, командные эко-проекты. А сама Светлана мечтает организовать в родном Мончегорске приют для кошек. Если человек обладает энергией и энтузиазмом, проявляется это во всех сферах – и в увлечениях, и на рабочем месте. Трудолюбие и делать все не из-под палки. Допустим, вот если нам дают, мне лично, да, дают какое-то задание, я его хочу выполнить хорошо, стремлюсь к этому. То есть мне не надо стоять над душой, да, это чисто вот мое желание. Я, да, ну, меня хвалят вот стропольщики, да, например, мне это приятно. И я уже не могу сделать задание, ну, лишь бы отвязались, так скажем. То есть, если я делаю, то я уже делаю хорошо. И хотелось бы, чтобы, ну, все так относились к этому, а не так. Лишь бы сделать, лишь бы галочку поставить. Но мир надо начинать менять себя
Если ты не будешь ничего сделать, тебе с неба ничего не упадет. И чтобы мир стал лучше, надо самим что-то делать. Ну что, готовы? Да. Готовы. Да, поехали. Конкурс «Почта Победы» продолжается. Порадуйте ветеранов, сделав для них открытку подарок к 75-летию Великой Победы своими руками. Мурманские волонтеры общества Общероссийского народного фронта доставят им ваш презент. Участники уже вовсю присылают нам свои работы, спешите и вы. Готовую открытку опубликуйте на странице в Instagram. Не забудьте поставить хэштеги TV21Live, Wunderkind51, Почта Победы 51 и отправить в директ TV21Live. Победители получат призы: конструктор модели самолета Су-30 и танка Т-34. Подробная информация на сайте ТВ-21. Все, время вышло. Показывайте, друзья. Ой. Все. Показывайте. Так. Понятно. Честно говоря, вот поэтому журналисты «Наше утро» и не участвуют в конкурсе. Хорошего вам дня, и да пребудет с вами сила. Ну и как мы репетировали финалочку, делай раз, делай два, делай три. Е-е-е!